Куба, сейчас продемонстрировать нам бо зрителяну имплантану купано. Есть? Купано, есть. Купано, сейчас купано. Нет, мы слышали, что сегодня ночью вам посетило привидение. Несколько слов, несколько слов о привидении, которые посетили вас сегодня ночью. Вы говорите, что на этот пылесос забрался привидение, и вы напугавшись. Да, 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 да. Ничего не могу сказать. Вы позвонили в службу спасения. Спасение, да, спасение. Меня спасли. Идите. Купано, можно выключать, но... Секунда, секунда. 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 Хоп. Ну, пиранья, ну. Всем купано. Дети, купано. Купано. Купано, отлично. Браво! 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 Кукурузу Челентано, Андриано Челентано, Перлюнто, Кукуруза Санкутуан. Сонзер Вальдиц, Летонта Седе, Кубанас Партизанас, Лишкенсу Бенчи Вундо. Отправленте на Ревирус и Кубанас Пираньос, но осторожно с Кеберос. Может, не скрою, я часто доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, наивен мой скромный гонорар, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит шар, кто строит рай земной, пожалуйста, разве я же спою? Я верю в кружочек на карте мировой и вас с собою не приглашаю. О, Рио, грохот прилива, и уже на размах. О, Рио, шар. О, Рио, Дажанейро. О, Рио, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Никогда не забуду тебя. О, Мариханна, моя Мариванна, я никогда не забуду тебя. О, Мариванна, моя Мариванна, я никогда не забуду тебя. Никогда не забуду тебя. Знаешь, какой урожай будет сделать под песни-то? Так точно. Вот какие у нас помидоры растут в Бразилии.
Так, ну-ка, ну-ка, откуда у вас такие помидоры? А вот, а я никогда не видел. А какая ваша любимая песня про Бразилию? Я бабушка из Бразилии. Я приехала где-то много-много обезьян. И одну обезьяну я привезла с собой. Вот это. Пела песню «О, Маритонна, моя Маритонна». У тебя воду украли, мамуля. Ребенок. Да, ваш шланг уже нужно положить, он уже отработался сегодня, я думаю. Я охуеваю в этом зоопарке. Ори-ори-о, грохот прилива, шум прибоя южный размах. Ори-ори-о, ори-ори-о, сколько света в темных очах. Ори-ори-о, ори-ори-о, Ори-о-де-Жанейро. Ори-ори-о, о, мама мия, потерпи. Я приеду на днях. Муа! Томатики, бразильские. Кеша, если бы ты знал, друг мой, Кеша, как тяжел труд в Бразилии на плантациях. Дорогой мой друг, ты давай это самое, быстрее изобретай летающую тарелку, Иннокентий, брат, и вызволяй меня быстрее на летающую тарелку. Я не могу здесь уже на плантациях работать в этой Рио-де-Жанейро, понимаешь? Кроме шуток, я тебе говорю. Ори-ори-о. Ой, коты ходят здесь голодные вечно. Понимаешь? Кеша, друг мой. Видишь, что творится-то? Томаты надо собирать. Вот. Хозяин плантации требует выработки. А выходных у меня нету, Кеша. Выходных нету, только помидоры и огурцы там. Скоро пойдут баклажаны, апельсины. Манго, это все круглый год, Кеша. Я оказался в плену своих мечтаний и детских грез, понимаешь? Я всех предупреждаю, кто хочет в Рио-де-Жанейро, блин, всех. Ваше место будет на плантации среди вот этих прекрасных, прекрасных фруктов. Ребята, живите в России, радуйтесь России, понимаете? Не надо никаких Рио-де-Жанейро, блин. Поэтому, Иннокентий, я тебя жду, тебя на летающей тарелке. Забирай меня, брат. Иначе все, кранты мне будут. Понял? Вот такой дед тут сидит. И все. И кранты. Он уже слышал, давай быстрее, там, дед, наполняй. Как наполнять-то? Наполнять. Ох. Ори-ори-о, грохот, оп. Ой, красота какая-то. Ой. Ой. Каждый вечер выхожу и смотрю на закат и жду летающую тарелку. Василиса, Иннокентий, приезжайте за дедом Борисычем. Я не могу уже быть дедом бразильянычем, понимаешь? Я хочу быть дедом Борисычем, снова очутиться в нашем этом... На Луговой улице хочу. И все. Жду вас. Жду вас, мои друзья. И все. Здорово, Вилли. Здорово. Ты тоже с плантацией, что ли? Нет. Нет, нет. Он свободный человек. Нет, я тружусь рядышком. Нет, сигаретки. Я не курю. А где я курю? Наверное, в этой.
Во временке, наверное. Да, попробуй там. Вот такие, ребят, дела тут. Вот. Собрат пришел, блин, тоже русский парень. Блин. Уже давно-давно в Рио-де-Жанейро живет. Помидорки, сигаретки стреляют или там сигары, блин. Все, пойду, ладно, пойду спать. Скажу, все, устал. Фихва на работу положил там. Пошел спать. Все, Кеша, сегодня ночью улетаем на летающие тарелки. Да, брат меня услышит, я тебе верю. Все. Рио-Рио, грохот прилива, шум на щах. Рио-Рио, мама Мия, потерпи, я прибуду на днях. Быть может, я верно на нас доверял рекламным картинкам из журналов. Быть может, хрупок мой хрупкий идеал, но это свойство всех идеалов. Кто верит в Аллаха, кто строит ради мной, пожалуйста, разве я мешаю? Я верю в кусочек на карте мировой и вас с собою не приглашаю. О, Рио-Рио, грохот прилива, на размах. Ах, о, Рио-Рио, Рио-Рио, знай на хачах. Рио-Рио, Рио-Рио, Рио-де-Жанейро. Рио-Рио, о, мама мия, потерпи, я прибуду на днях. Кеша, это что ты мне прислал-то? Это что, летающая тарелка у тебя, что ли? Ёлки-палки, а? Что ты мне прислал? Неужели на этой летающей тарелке я поеду в Россию домой, Кеша, из Бразилии? А хрен с ним, заводи давай, поехали, Кеша. Я где сидеть-то здесь, Кешка? Кешка, друг, блин, ты что, блин, в натуре? Ты что, а, брат? Ёкарный бабай, а? Сейчас же поедет уже паровоз без меня, блин. Ёшкин кот, а? Кеша, друг, это что, летающая тарелка, что ли, у тебя такая? Это что такое, да? Кешка, он железный, он же летать не умеет у тебя, ты что? Кеша, домой сейчас хочу. Давай, машинист, открывай дверь. Я машинист, да ты что ты? Кешка, ты с ума сошел, блин. Это что, я полечу вот в этом, в летающей тарелке? А-а-а, мама! Кеша, ну ты прислал на летающую тарелку, ну Кеша! А вас как зовут? Анна. Анна, вы актриса, да, начинающая, да? Почти.
Спасибо. Отлично. Александр. Приятно познакомиться. Да-да-да. Кеша, друг, не верю своим глазам, слышишь, на пенде. Вырвался из этой Бразилии, блин, чертовой. Приехал в Москву родную, в Россию. Скоро увидимся, понял, братан? Брат мой Иннокентий, физик. Спасибо тебе, браток, за летающий паровоз. И все такое, я тебя просто обожаю, целую, люблю. Василиса. Скоро увидимся. Леопольдовна, тоже всех обнимаю, ребята. Пока-пока. Пацаны, это Москва. Москва, звенят колокола. Четыре человека. Все, подостал немножко Борисович, бразильяныч. О, нет, Борис, просто большой. Рио, не хочу в Рио-де-Жанейро. Не хочу в Рио-де-Жанейро, ни хрена. Кто тебя кормит? Когда я жил в Бразилии, там, где много диких обезьян. Опять ты про них. Я такие пироги не ел, потому что у них нету гусей. И нету черной смородины у них. Зато у них и есть... нету, вот тебя не было там, Василиса. Зато у них есть кофе, бразильский вот, кофе. И все они черные, женщины черные, понимаешь? Это от кофе, наверное. Да, да. Да. Бьют с утра до вечера, да. Коля. Хочешь ее обнять, она черная. Ночью ее не видно, не видно женщина черная. Ну ночь. Хорошо, не надо смотреть. Кругом темнота. Кого любишь? Визжит, как мартышка. Поеду в Россию, думаю, познакомлюсь. Идите. Ты золотые закопай. И вырастет дерево золотыми монетами. Не вырастет оно, не вырастет никогда. Вера нужна, во все надо верить. И все у тебя вырастет. Кто-то меня вытолкнул оттуда, вдвоем сидим. Ветер нас вдруг толкается. Видишь, какой сильный ветер, ураганный. Нету никакого ветра, кто-то вытолкнул меня. Алло, кто здесь? Может, никого нет. Крыша едет уже. Ты что пьешь-то там? Травки, муравки. Что налила, то и пью. Давай еще. Давай анекдот расскажи какой-нибудь. Анекдот? Совсем уже скучно сегодня. Анекдот ты у нас рассказываешь. Нет, ты расскажи какой-нибудь про гусей ты начал. Ну-ка, что там? А сегодня снесли 100 гусей? Да, одно яичко. Одна филонит гусыня. А надо детишек их проедать. В саду яйца отдавала. Так. И там вывелись 13 утят. Гусят. Да, надо ехать. 13! Или 12. Обалдеть. Надо проведать уже месяц. Это в инкубаторе, да, не это? Да, эти не хотят садиться, не хотят сидеть. А далеко деревня-то это? Через город. Смотри. На другом конце. Че, шумит? Да. Паровоз летит. Съездишь, когда гуся там, расскажешь мне, сколько их вывелось. Расскажешь мне. Надо я уж правда не пойду со своей палкой, дубиной далеко не доползу я. Проведу обязательно. Это интересно, что я увидел, ничего себе. Потом. 13 детей-то, ой-ой-ой. А было бы больше, если бы в пироги не клали яйца. Ой, ничего страшного.
Кому-то и в пирогах надо. Ва. В общем, да, приехал с Бразилии. Месяц назад приехал с Бразилии. Все. Больше не хочу в Бразилию. Потому что там много диких обезьян. Да ладно, санкции. Они... Поэтому тебя и не пускают в Бразилию. А санкции они... же у нас. Они кусаются нафиг. Но женщины там, я где-то... После кофе это о. А карнавал? Мулатки, шоколадки. Представляешь? Обалдеть. А карнавал-то видел? На карнавал заходил? Да, принимал участие. Вот маску, видишь, привез. Да. Принимал участие в карнавале. В качестве гориллы. Оделся в гориллу там. Меховая. Да, такой меховой. Да, шкура там. Там меня никто не узнал даже. Ну, я-то себя узнаю, если его покажут. Сразу же себя узнаю. Вот так танцевал. Поди выиграл. Еще с этим. Карнавал. Еще и денег заработал. Контрабасами-то, да там денег-то нету. Просто это все радуются, поют. Все. Карнавал, карнавал. У них тоже это есть. Много или мало. Что-то они поют. Потом белый пароход там, да. С Юрком Антоном встретились, он поет белый пароход. До сих пор поет. Ай, поет, ходит там. Я говорю, Юр, возьми на это место одно, там в Россию не могу жить. Здесь шил с этими негритянками. Задолбали уже. Он говорит, ну все, он, садись, он туда. Это, помощником капитана и все. Долго шли. Попугай у меня тут. Ну хорошо, не юнгой взяли. Да, палубу чистить. А то мы отрабатывали. Ты что, попугая выдали мне туда? А ты его куда уже продал? Оставил там, он живет на корабле. Он плакал, когда я уезжал от него. Плакал он. Он говорит, капитан! Этот Бориска, Врунгель! Ты че ты? Это, бросаешь меня, что ли, капитан? Я говорю, да ладно, все, какой я капитан? Давай, оставайся, будешь капитаном судна, блин. Не, там капитана вообще посадили, потом я убежал от полиции. Блин. Там что-то он перевозил какую-то хрень, блин. Ты смотри. А потом, когда я убежал, оказывается, там еще это. Это были не полицейские, это были пираты, которые под видом полицейских напали на корабль, чтобы эту хрень, груз похитить. В общем, все убежали на силу. От силы убежали. Да, это... ценный груз, наверное, это ты был. Это был это, в Аргентине, что ли? Подожди, нет, это... А, это в Испании уже был. Все, я из Испании уже там на воздушном шаре уже здесь вот долетел до Дмитрова. Ты как? Жесть вообще. Барон Мюнхгаузен. Да. Это было сложно. Конечно. Я никому не говорю, потому что получается, что я пересек несколько границ. Нелегально, да, пересек границы, поэтому. Поэтому тебя не санкции не взяли. Так. Ой, бы. Пирог какой. А слушай, а где кузовок сегодня пирог не требует? Где? Пастушок живой хоть? Кот-то, котяра, смотри, ни одного кота, бля, а чё? Солнце перегрелись, наверное. Жарко. Спят, да, там все нормально, да, живы, да? Ну. Ой, что, смотри, кузов. Пастушка потерял. Нет, пастушка. Короче, вот так вот. И этот мужик-то, который меня на воздушном шаре-то привез, говорит, ну ты давай, если что, там полетим куда-нибудь там. Поэтому 80 дней вокруг света, говорит, нужно полететь. Да ты что? Ну я, честно говоря, там очкую, потому что сейчас же могут просто пристрелить, если они увидят, что шар из России, дело-то серьезное. Просто, а вы не красите? Прострелят шар, и все. В черный цвет покрасьте. О! Да, и белое. И это, кости черепные, белые там. Пираты! Веселый Роджер! 15 человек на сундук мертвеца! И сейчас он устроит, что живые позавидуют мертвым! Уроды, блин, сейчас я вас тут все тут... Это сказал этот... Сильвер! Сейчас мы, говорит, начнем наступление на форт, и живые позавидуют мертвым. Вот! Поэтому... А, да, идея, кстати, да, черный шар, надо ему сказать. Тогда полечу. А, подожди, а мы же с этим, с Иннокентием же на летающей тарелке. Говорит, слушай, я на расхват. Ну, даже не знаю, что делать. Ну, ты сначала туда, потом туда. Надо с Иннокентием посоветоваться. А вы можете с Иннокентием и туда залететь, и потом на ту планету полететь. Да, придется, значит, мужику этому отказать. Завтра пойду к нему в этот в шаровой клуб, вот этот, в клуб воздухоплавателей, откажусь. Скажу, черный шар тогда делай, и если что, мы, может быть, с Иннокентием вместе слетаем с ним, а потом уже одни полетим, точно. А,
Да-да, Иннокентий как раз посмотрит, что за двигатель у этого, может себе что, схему летающей тарелки, тут же такие двигатели на пламени-то.